30 дней назад я решил, что подойду к своим тренировкам намного умнее и буду работать тяжелее. Я потерял мотивацию, но эти 30 дней именно то, что мне нужно. Мой вес стал 73 килограмма. Таким маленьким я давно уже себя не помню. Результаты упали хуже некуда. Пора все это изменить, пора подняться. Я начал с того, что записал цели. 26 июня мой вес 77 килограмм. Я подтягиваюсь 20 раз. Я разобрался в том, что я хочу и как мне этого достичь. Дальше я начал действовать. Каждый день все продуктивнее и продуктивнее. 2 тренировки в день, четкий режим, четкий план. И я начал становиться другим. Я начал замечать, как постепенно все вокруг меня меняется. Все началось с того, что я весил 78 килограмм. У меня было многовато подкожного жира, и многие мне говорили: попробуй подсушиться. Я подумал, а почему бы и нет? Сейчас лето, и это действительно стоит. Все началось отлично, жир уходил. Да, приходилось ограничивать себя немного в питании, также при этом увеличивать физическую активность, но в целом все шло отлично. Постепенно я начал чувствовать, что мне как будто не хватает сил сделать что-то большее. Сначала начала пропадать мотивация, а потом со временем все это только накапливалось. И я начал уже не придерживаться режима. Начал пропускать тренировки. И питание так и не наладил. И когда однажды я перешел в зал, встал на весы и весил 73 килограмма, а внешний вид тела напоминал тот, который у меня был 2 месяца назад. 2 месяца после тренировок, одними лишь отжиманиями, это на самом-самом начале, я просто окончательно опустил руки. Я запустил канал и потерял мотивацию. Но что-то постоянно внутри мне говорило, что нужно взяться и начать работать. 2 недели спустя я решил для самого себя, что если я не хочу потерять то малое, что у меня и так осталось, если я хочу больше в этой жизни, мне нужно начать работать прямо сейчас. Первое, что я сделал, это записал цели, поставил сроки. Да, они были небольшие, но это уже был маленький толчок. С каждым днем я старался выполнить больше и больше, работать усерднее и усерднее. И со временем это все сильнее захватывало меня. Я наладил более-менее режим, добавил часовой сон днем для более качественного восстановления. Также огромное внимание уделил питанию, потому что мне нужно было за этот период набрать именно качественно. Начал тренироваться 1-2 раза в день. 1 тренировка кардио, 1 силовая. Да, это было непросто, но без кардио меня бы просто невероятно бы раздуло. И плюс мне мой друг кинул челлендж 60 дней бегать, без пропусков. Плюс один еще в банду, той, кто бегает. Его зовут Вовчик, он живет в Німеччині. Я его принял. Но самое главное то, что это дало мне огромный контроль над моим днем. И как вы знаете, что лучший отдых, не считая сна, это смена деятельности. Со временем я начал замечать результаты, прогресс пошел полным ходом, и это давало еще больше мотивации. Итак, за эти 30 дней мне удалось набрать 4 килограмма. Понятное дело, что о 4 килограмм мышц здесь и речи не идет, но вот изменить тело, улучшить внешний вид, я думаю, это у меня получилось. Итак, друзья, ни в коем случае я не буду дальше останавливаться. Нужно, наоборот, только повышать усилия, стремиться к большему. И это видео было моим, так сказать, возвращением на YouTube и также мотивацией для вас. У меня также был видос, где я рассказывал о своих целях, что я хочу к Новому году 100 тысяч подписчиков. Так это никто не отменял. Нас уже 20 тысяч. Спасибо вам, реально, друзья, мне очень просто, невероятно просто приятно. Также все это время я снимал материал и для других видосов, так что скоро увидите. И по нашей любимой традиции, если досмотрел видео до этого момента, пиши слово «вертуха».